глава UFC Дэна Уайта, опроверг слова о том, что Флойд Мейвезер-младший предложил Конору Макгрегору $15 миллионов за бой, и отметил, что Мейвезер не получит запрашиваемых $100 миллионов. Ранее Уайт предложил Мейвезеру $25 миллионов за этот бой. Флойд 20 лет был непобедимым, и я отдаю ему должное за это, но Флойд здесь уже 3-4 года, и неправильно Флойду считать себя намного большей звездой, и я не стану платить ему намного больше, чем своему парню. Мы все знаем, что $25 миллионов это не мелочь, и Флойд тоже знает. Флойд сказал, что сделал Макгрегору предложение, но это неправда, он его не делал, а я сделал. Так что, если он серьезно, у меня есть настоящие предложения, приводит слова Уайта Sky Sports. 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший прокомментировал предложение главы UFC Дэна Уайта заплатить ему $25 миллионов за поединок с чемпионом организации в легком весе Конором Макгрегором. Он чертов юморист, приводит слова Уайта Boxing Skin. Отметим, что Макгрегору Уайт предложил такую же сумму. Мейвезер ранее говорил, что готов заплатить Макгрегору $15 миллионов за бой, но сам согласится, только если ему гарантируют гонорар в размере $100 миллионов. Мейвезер и Макгрегор ведут конфликт на словах уже долгое время. Президент WBC Маурисия Сулейман сообщил, что допинг-проба Б. Александра Поветкина будет вскрыта 1 февраля. Допинг-проба А, взятая перед намечавшимся боем с Бермейном Стиверном, дала положительный результат. Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б таким образом. Вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений, сказал Маурисия Сулейман в интервью. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки и следите за свежими новостями бокса. Всем удачи!